Такое идиллическое спокойствие природы обманчиво. Каждый год мы получаем печальные известия о страшных бедах, которые принесли ураганы, наводнения. Областной штаб сообщает, в течение 12 ноября повысился уровень воды в Буге в районе Домачева, Бреста и Высокого на 12 сантиметров в Муховце. В результате начали затопляться прилегающие к Бресту Волынка и Прилуки. В связи с этим были приняты срочные меры по эвакуации населения. Серьезным испытанием для трудящихся Брещины стали первые дни ноября 1974 года. Над многими городами и селами Брещины пронесся ураган, прошли ливневые дожди, снегопады. Уровень воды во всех реках, озерах, в осушительных системах поднялся на 1,5–2 метра. Реки и водоемы вышли из берегов. Значительные площади полей, лугов и пастбищ залило водой. Затоплены также многие участки дорог. Более 500 деревень отрезаны от других населенных пунктов и магистралей. Под водой оказалось свыше 200 тысяч тонн сена, заготовленного как для общественного, так и для личного скота. Около 47 тысяч тонн семенного и фуражного картофеля в буртах и 92 тысячи тонн сахарной свеклы в кагатах. Свыше 30% посевов озимых. Областной комитет партии и облсполком, горкомы и райкомы КПБ, руководители и партийные организации хозяйств приняли экстренные меры по мобилизации всех сил и средств на борьбу со стихией. Какое горе у нас подошло. Сколько воды, дом поплывет. Земля валится, лес повалило. Забор, кусты смородины белые, все. Сколько тут гора.